Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Эквилибриум. Действие происходит в будущем, когда люди лишены возможности выражать какие-либо эмоции, потому что они запрещены. Это та цена, которую человечество платит за устранение из своей жизни войны. Теперь книги, искусство и музыка находятся вне закона, а любое чувство – уже преступление, наказуемое смертью. Для проведения в жизнь существующего правила используется принудительное применение лекарства – прозиум. Правительственный агент Джон Престон борется с теми, кто нарушает правила. В один прекрасный день он забывает принять очередную дозу лекарства, и с ним происходит духовное превращение, что приводит его к противоречию с самим собой и с начальством. Джокер. Готэм. Начало 1980-х годов. Комик Артур Флэк живет с больной матерью, которая с детства учит его ходить с улыбкой. Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.
достать ножи. Когда сразу после празднования 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби виновника торжества находят мертвым, за расследование берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит распутать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которые его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!